Всем огромный привет! Вы на канале «Учимся готовить вместе». Сегодня приготовим утку с яблоками в медово-горчичном соусе. Готовлю утку довольно часто, рецептов много, но это самый любимый. Рецепт простой, но утка получается просто восхитительной. Итак, нам понадобится утка, 1 тушка до 2 кг, 3 столовые ложки майонеза, 1 столовая ложка медовой горчицы, 1 головка чеснока, 2 столовые ложки меда, соль и перец по вкусу, паприки и куркумы по чайной ложке, 2-3 яблока. Подготовим тушку утки. Тщательно моем, сушим, вырезаем железу на хвостике, она придает блюду неприятный привкус. Срезаем лишний жир и перейдем к приготовлению маринада. В миску отправляем майонез, горчицу, мед, выдавливаем чеснок и отправляем туда же все специи. Тщательно все перемешиваем. Подготовим яблоки. Разрезаем на небольшие дольки, но не слишком тонко. И начинаем натирать нашу утку маринадом со спины. Даже, я бы сказала, делаем утке хороший массаж. Переворачиваем утку и середину и другую сторону тоже смазываем маринадом. Стараемся хорошо втирать маринад. Дальше фаршируем яблоками. Скрепить брюшко с помощью зубочисток или зашить кулинарной нитью. Утку перекладываем в рукав для запекания и отправляем в холодильник мариноваться от 3 до 12 часов, лучше на ночь. После отправляем утку в разогретую духовку до 180 градусов на 2,5-3 часа. Ориентируйтесь на свою духовку. В итоге у нас получается вот такая вкуснятина. Как видите, рецепт очень простой, но утка выйдет просто восхитительной. Сочная, мягкая, ароматная. Мясо, оно прям тает во рту. Ваши родные точно заценят, особенно мужская половина. А я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте что-то новое. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Всем пока!